Всем привет, ребята, с вами снова Blacks from Phoenix, и сегодня будем дальше продолжать играть в игру под названием Wolfenstein, и это четвертая серия нашего продолжения. Давайте продолжим. Я опытный фельдкоординатор, действую лица от самого генерала Штрасса. Ты кто такой? Will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. Да, да, да. Я вам на слово проверил прямо. Прямо просто, ну на слово, ну честное слово. Ну прям на слово, просто я вас сейчас возьму. Это. Возьму прям сейчас. Нужна защита от брызг. Сейчас я вас отпущу, господин. Так, говно какое-то. Что случилось с маньяком из Маловеси? А, хер знает. Где защита-то? Сейчас! Подожди. А, во! Сейчас я тебя освобожу, генерал, ты фельдмаршал, хоть кто-то там не был. Я слушаю, сейчас! Мне надо только бензопилу взять, а наручники, они это, из адамантии сделаны. От брызгов. Чего? Больной. Здравствуйте. Я вроде бы все взял, нет? Защита от брызгов. А, вот. Да, 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 ты очень важная персона, я все понимаю. А, это какой-то трэш уже. Чё он сделал? Да, он мне как бы в сердце ударил там 10 раз. Ну, ладно, я это. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. Началось. There is no resistance. Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Ну, давай, говори, скажи, что. Нихера они там. Аж в Берлине. Он ему голову отпилил, да ладно. Если ж пристойный хлоп, пане Паскович. Не так и пристойный я. Я, але... Не, я красивее все-таки тебя, старичок ты ссаный. Разумимося. А вы че знайде, зробите кшифты. Разумим. Добже. Добже. Че такое добже? Добираемся до Берлина. Чё такое добже? Я не понял. Добже. Ну ладно. Жалко, русской озвучки нету. Refuge
Да, музыка прикольная, сюжет крылатный. Классный сюжет. Лол. Беру. Да я понял. Он сказал не вставай, или мне послышалось? Окей. Только патроны как бы надо. Где этот патрон нужен? Так, я куда-то иду тем временем. Так, вот так вот, раз, аккуратно. Да, жаль, тут пометки нету. Типа пулемет. Пойдемте-ка по стелсу пока. Опа. Там он прирежем-ка. Так. Нет, давайте-ка один возьмем. Сейчас мы у того гасанем. Погнали. То, что я и хотел сделать, собственно говоря, получилось. Ой-ой-ой! А ну-ка сдохни, тварь! Обоссуща. Где там они? Мало кого я вижу. А, вон они. Фак. Блять. Как его скинуть-то? Как этот автомат ссаный скинуть? Автомат, да. Не очень. Я думал, он просто возьмет и будет обстреливать их. Он пока снимал этот автомат, меня поранил. И так далее, и тому подобное. Ну, давай, грузись быстрее. Аж отсюда. Сразу тогда возьму нож. Тут у нас как бы два варианта, куда идти. Я пошу, войду сюда. Вот тут у нас вот такая вот цель. И перестрелочку давайте-ка начнем. А, тут надо было по стелсу, что ли, проходить, я не понял.
Патронов тут мало, блин. Бесит. Сейчас у нас перестрелка идет. Ой, вот этот пес он меня раздражает. Ведь они подкрепление вызывают. Я сейчас просру с подливой. Так, иди сюда. Ну иди сюда, блядь. Да. Они сюда бы полбельвины еще созвали. Вот того. Все, грохнули всех. Пес бежит. Походу. У меня в хпшке, да и патроны. Ладно, пока давайте возьму пистолет. Готов. Пистолет охота взять. Где еще кто? Выходи, фашист. Опа. Вроде все. Фашистов всех перебили? Или еще есть? Валяются. Можно подрочить, конечно, местность. Нашел пистолетные патроны. Ну ладно, давайте пойдем вперед. Обратно в машину. Че? А, нихера себе. Нихера она тут с дробовашом сидит, бабка. Ну ладно, давайте дальше поедем. Лол. Вот главное тут в таких перестрелках быстрость, чтобы их как-то ранить и обескуражить. Это главное. Если вас ранят, это плохо, вы обескуражите. Даже можете без прицела попадать, а потом спрятаться. Это важно. Если что, это я учу вас как в мультиплеер играть. Да, ну тупые. Так. Бочки тут ломать можно, но не такие. Так, у нас закрыто. Это можно сломать? Нет, нельзя. Ой. Нихера, он шоковый заряд кинул, я его прям в этот момент грохнул. Так. Так, отлично. Не хочу я двойные. Не люблю я. Так, мы куда-то наверх поднимаемся. Вот и выход.
Так, у меня там мотороллеры ездят. Ну ладно, на них не будем обращать внимания. Чё за ересь? А, поезд едет. Понял, поезд. Не тупой. Так, наши внизу ждут. Блять. Я в дырку упал. Лол. Вы сможете быстрее подниматься по лестнице, используя кнопку быстрого бега. Да ладно, блять. А я не знал. Действительно. Так, давайте еще раз попробуем. А то я тут грохнулся как лох. По балкам идти надо. Опа. О, что я делаю? Просто я обосрался и не знал, что сделать. Так, ну что, нам вниз, походу, спускаться? Тут закрыто, да? Ой, опять чуть вниз не упал. А тут у нас что? Ну, тут мост, ясно. Мы оттуда приехали. Красивые места, да-да-да-да. Угу, так. Тут еще броня была. Ну, собственно говоря, и все. Это он просто так, что ли, делает? Типа, выкрутасы? У Наташи. Она, походу, сюда. Ну, нормально так, только хп потратили много. Так, отлично, с первого раза замкнул. Ой-ой-ой. Главное, не грохнуться. Вай. Не, парни, так не пойдет что-то. Мне не нравится так. Кого-то я грохнул. Фашики ссаные, Я вас лопатой по лицу бил, девочки. Да, конечно, все-таки девочки они. Стреляли плохо. Так. Патроны валяются, а нам туда. Закрыто. А, нет, открыто. Вай-вай-вай, сколько фашистов. Готов. Через текстурку готов. Мне понравилось. Пол два выхода. Насколько понял. Чё он делает? Вот во время движения. Чё это он делает? Выкрутончики у него какие-то. Отлично, ликвидировал я офицера.
на язычах. Потом не присталось труда мне перед другими ребятками. Мы просто не поняли, что это было. Поэтому немного тупанули. Ну ладно. Энигма. Да, расшифровка персонажа Доты. Окей. Так, мы куда-то пришли. Пока непонятно. Возьму-ка я нож. Как реалистично сделано, не так ли? Нам, наверное, не туда, нам обратно. Угу. Так, пока непонятно, куда я иду вообще. Ноль. А, я тут был. Ой, а того я не видел еще. Что-то он живучий какой-то, я ему в голову стрелял. Так, где тут лифт поднимать-то? О, Париж избавляет от неблагонадежных. Какая-то хрень, не хочу читать. Вот лифт. И мы поднимаем лифт. Так. Что тут у нас этот Петя делает? Тут была лестница. Чудесница. Нет, не сюда. Попаду еще. Зато двоих снял. И это хорошо. Вот смотри сейчас, как надо. Берем нож. И снова пистолет для стелса. Я не понял, что это было. Он просто стоял на месте и такой подумал, типа... А, ну, наверное, пьяный упал. Он что-то ничего не делал, даже не заорал. Охереть. Тут, конечно, искусственный интеллект. От бога. Так, Андрюша, Петя и остальные. О, можно ломать. Лол, прикольно. Мне нрав. А это нельзя сломать. Так, куда мы дальше идем? Вот черт. Тут как Black Box прям в новом Assassin's Creed. Выбирай, что делать сам. Как бы нужно сначала офицера убрать, чтобы он тревогу не поднял.
Можно сзади пройти, интересно. Конечно, стелс мне раздражает немножко. Но стелс все-таки есть везде. Фак! Еще собака! Я все провалил, да? Где эта срань господня? Бля, засрал миссию. Надо было вот тут подниматься. И он там наверху где-то. Бля, хуй знает, где он-то. Этот даун тупой. Ай. Больно. Девочка. Ты, сука, страж ебаный. Я тебя-то выебу. Хер ли ты творишь? Он, оказывается, внутри был, надо просто было внутрь зайти, а я пошел по обходному. Ладно, пусть зайдут, я их расстреляю. Можно гранат кинуть. Ты тип защиты. Ладно, шучу. Что, пацаны, жалко вас, конечно. Раз. Слева еще один в углу. Двое в этой штуке. Вот там в стекле один еще. Как раз вон. Который в стекле, интересно, я грохнул. Все. Западную я убил. Ёшкин кошкин, чё за ересь? Мать твою! Да, это, конечно, полная хрень. Мне хочет тоже как эту хрень мочить. А, вот. Конечно, все понимаю, но это не понимаю. Ты пень вонючий. Я не попадаю в тебя. Пора валить отсюда. Не знаю, я как эту хрень мочить. Даже не объяснили ни хера. Сейчас мы валим. Есть одна мысль у меня. На этой же хрени тоже стоит пушка вроде бы. Поэтому давайте залезем. А ну залезь! Да ты чё мимо-то прыгаешь? А, нету. Смотрите-ка. А, вот она. А, тоже нету. Я чё, убил его, что ли? Ой, нихера себе. Теперь вот тот остался только. Не знаю, как просто по ним стрелять, походу, надо. Готов. Ну, все. Ты как бы умер. Мне тебя жаль. Я бронь-то подберу, окей. Надену на себя железку, окей. Ты это ничего. Да ща, подожди. Баба странная. Дай бронь возьму, все. Все, соточка. Вот в этой штуке они сидели, нихера. Этот просто упал. Этот развалился. Ну ладно, сейчас касценка-то пройдет, и мы с вами закончим на этом. Аня,
Лол. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом я с вами заканчиваю. Ну, а с вами был я, Блэкс, и встретимся в пятой части прохождения. Всем удачи, всем пока, берегите. Пока-пока.